Всем привет, ребят. Блин, жара нереальная, но стараюсь писать вам видосы. В общем, показал я вам, как зефирку словить, зефирика, как она на английском, на русском сервере. То есть там реально свыше 20 паков такими темпами, как там падает. Ну, я забрал, решил сегодня попробовать словить ее на английском сервере. Сейчас я только посмотрю, что там у меня с итемами, потому что, как видите, у меня уже не хватает места опять. Это одна из проблем на этом аккаунте уже. Я думал тоже все нормально будет, нифига. Места тоже не хватает. Надо будет что-то почистить, попродавать. В общем, поехали. Забираем плюшки. Даже все не забрали, что-то у нас там осталось. В общем, здесь 80 у нас. Это получается 2,5 пака на русском сервере. Посмотрим, что мы сможем словить. Акция здесь та же. Плюхи те же. Будем ловить сейчас. Поехали. Так, акция. Давайте так, что у нас сегодня по акциям? Интересно, есть коллекционер топовый. Посмотрите, 8-я эмблема. За ведьму морозницу, за суккуба дают 40 кгшек свалин. Камешек. Надо будет, кстати, обменять. Прокачаем еще две эмблемки. Так, что у нас интересного есть? Дискаунт. Поехали. 20. Да вы офигели. 20 за одну штучку. Нереально дорого гребут. И 20 за одну сумку. Ну вы что, ребят? Вообще чокнулись уже. Я лучше камешки позабираю себе для героев. Это более полезная вещь. Грибут, короче, обдирают настолько, как могут. Посмотрим, что интересного. Ну, скин на Охника, как видите, уже нормальную цену стоит. Можно купить. 2000 камней, нифига себе. Тоже неплохо. У меня этих камней, блин, валом уже. Короче, куча всего. О, отлично. Вот тут можно забирать за 5. Плюс 2 камешка. Так, это мы не можем забрать камни. Ну да, у меня перелимит. Поехали сюда. Половим, потом по акциям пробежимся, посмотрим. В общем, показала, что герой реально очень дохренище будет стоить. Вот 80 попыток, это все на максимум, что у нас сегодня есть. Что-то у меня тут один только Ронин выбежал, это как так? Ну, я не знаю, нафига вот это вот было делать эту анимацию, какой-то бред. Такие же награды, как и на русском сервере. Поехали, попробуем половить, посмотрим, поскольку здесь падает. Так, вот нам уже упало что-то в копилочку. Поехали, смотрим. Сколько, интересно, здесь падает. Ну, в любом случае, там минималки кому-то 15-20, вот десятка упала. Ребята пишут, что падает. Да, падает, но это очень редко. И непонятно, сколько эта акция будет длиться, как она часто будет. Ну, шансы у бездонов есть, конечно, но очень маленькие. Поехали дальше. Ого, смотрите, сколько ронинов. А, это у меня все ронины в одном были. Я думаю, что это у меня один там стоит. Жесть. Книги. Так, еще зефирика. Посмотрим, посмотрим. Должны у нас добавить уже наконец-то скоро. Ну, блин, тьфу-тьфу. Ну, это английский сервер. Е-бэйби, посмотрите, как сыпет. Так, обжора, книжка. То есть 80 попыток, 80 штук у нас было, это 16 попыток. 2. Даже не хватит, чтобы вторую шкалу заполнить. Ну вот так вот. Все, больше здесь я нигде не смогу получить, к сожалению, эти камешки. Больше они здесь нигде не падают. Вот так вот. Надо ждать следующий день и оттуда уже тащить. Я забрал большой пак и 5 маленьких паков. Также здесь плюс по сравнению с русским сервером. Вот вам акция за один пак. Посмотрите, какие я дополнительно плюхи получаю.
4,5. То есть я взял один пак и еще получил дополнительно вот столько вот всяких, всяких ништяков. Так, отлично, забираем. Ух. Так, что у нас тут? Ну, это камешки, я, к сожалению, они мне уже не лезут, скажем так. Так, окей, с этим разобрались, поехали. Let's go сюда. Давайте докачаем. На русском сервере, кстати, так и нету обмена героев. Делаем ему эволюцию. Сейчас немножко посливаю синие кристаллы. Продаю красные. Так, секунду, ребят. Смотрим, сколько мы осколков здесь получили. За 80 это 2,5 пака. 33 осколка. Ну, там еще чуть-чуть нам не хватило, мы получим 35. То есть, блин, штуку баксов это как минимум. Ой, блин, чуть не вылил кофе. Штуку баксов как минимум этот герой будет стоить. Ну, посмотрим, посмотрим. Ну, скорее всего, должны скоро продавать у нас сумочки. Потому что сумочки... Там будет больше шанс, особенно со вторых, его быстрее словить. Вопрос, как быстро они это... Как скоро они будут их продавать. Так, сейчас пойдем еще плюхи пооткрываем. Я только обменяю Рину. Скажу ему до свидания. Я так чувствую, пока я соберу зефирику, у меня как раз сам к 10 лямам придет такими темпами. Как приходится, блин, качать героям просвета, чтобы хоть немножко какие-то плюхи потом получить и пооткрывать. Это реально печаль. Увеличьте, блин, вместимость. Да, там до 100 тысяч, не знаю, до миллиона, блин, вообще уберите. Какая разница, я теряю кучу плюх. И, наверное, не я один. А, так, отлично. Делаем вторую эволюцию. Можно кгшки использовать, от них толку никакого. Так, и забираем отсюда с обмена еще один камешек. А, блин, надо еще 10-ю звезду сделать. Запарили, блин. Ну, оно того, в принципе, стоит. Мне этот камешек нужен. Такс, поехали. Так, в принципе, все. Чик. Слили. Получили еще один дополнительно камешек. Хорошо. Поехали сюда. Мне надо 2 воодушевления будет сейчас качнуть. Смотрите. Какая. Так, 10 у нас есть. Отлично. Вот 49. Сал. Вот минус 10 тысяч камней. Ну, сейчас мы, я по-любому отсюда их заберу, еще 4800. Но я еще буду перекачивать героев, место все равно свободное есть. Так, окей. С этим мы разобрались, поехали в эмблемы. Что можно по эмблемам интересного сделать? Ну, 9-ю ложиву... Конечно, это круто, но я пока ее делать не буду. У меня больше интересует героя с автопроком, с одной стороны, с другой стороны. И ожива тоже, в принципе, неплохая вещь. 9-я, 100 талантов поставить. Кайфовая вещь будет. Ожог 9-й для Ронина сделать. Психощит. СО 9-я, тоже классная вещь.
Но пока я говорил, я буду делать воодушки. Два воодушевления делаем для героев. Так, сколько нас там уже на лагере? 21 тысяча, красавчики, ребята. Так, что у нас тут? Этому можно поставить. И на Ассу. Поехали, Деныша. Ну, мне надо для битвы гильдий. Воодушевление. Это очень, очень кайфовая тема. Такс. Девяточка. И давайте на Атланта, чтобы уже красиво все было. Заполним строку девятыми воодушками. Тридцать три осколка у нас получилось. Ну, во всяком случае, больше, чем на русском сервере. Так, поехали по плюхам, посмотрим, что у нас еще подооткрывать можно. Так, еще 10 осколков. Ну, я не знаю, мы вряд ли соберем все осколки с этого. Так, восьмой, это у нас все прокачано. Это с фортов коробочки. Ну, как обычно, мне ничего не падает. Так, сумки. Пятая. Вот, кстати, пятых надо докупить. Так, тут вроде все. Поехали посмотрим, что у нас еще по акциям есть. Коллекционер, понятно. Орбы, Accumulation. Плант. Поехали посмотрим, что тут у нас сегодня интересного. Ну, на английском акции. А, это у нас. Ждем, в общем, сумок, потому что без сумочек реально. Так, забрали, не забрали, что-то подвисает. Ладно, неважно, проспектор. Ну, поехали, проспектор посмотрим. Я жду сумки. Такими осколками, ну, на английском сервере явно мы больше соберем, потому что на русском вряд ли завтра у нас обновят базар. Хотя, может быть, добавят паки, но я думаю, скорее всего, мы быстрее соберем на английском сервере, чем на русском. Ну, все зависит, конечно, от удачи. Получается 230, да, где-то так. На 7 где-то от 1000 долларов будет стоить. Так, что-то у нас оно подвисло. Все никак не переустановлю Nox. Поехали посмотрим на плюхи, которые мы получили. Ожог, Арктика, ну, все по стандарту, в общем. Забрали. Вот так вот, Зефирика, 33 осколка. Максимум, что мы смогли собрать. Все, пишите комменты, ставьте лайки, ждите новых видосиков, возможно, еще на русском потрешу. Всем удачи, всем пока.